Всем привет, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вы увидите обзор на сериал «Добрая душа», который состоит из 4 серий. Описание. История Любы Кулик, отзывчивой девушки, которая учится на медика. Люба проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю Арсению. В стремлении помочь матери, домработнице, получившей травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова, дом полный конфликтов и тайн. Постоянно ссорятся братья Игорь и Димка, Ирина Свиридова упрекает мужа в том, что он больше любит сына от первого брака. К тому же Люба быстро понимает, что ее мать Надежду и хозяина дома связывают давние отношения. Еще выясняется, что Свиридов неизлечимо болен, и Люба оказывает ему посильную помощь. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы. Не так истолковав Любину жалость, ее насилует Димка, разгильдяй и маменькин сынок. А вскоре Люба понимает, что беременна. Это ставит крест на ее зарождающихся отношениях с Арсением. Любе предстоит сделать сложный выбор и узнать, с какими тайнами дома Свиридовых связана ее родная мать.